Сюда иди! Это Муз-ТВ. Да, а еще как? Вот так. Так. А что за передача? Спелли вкусный, сочный вообще. Тыквенный суп сейчас мощный, будет. Конкретный. Лучше, чем бургер у Тимати. Есть кто? Не, нет. Где граната? Валентина Степановна! Смотрите, она потрескалась! Нет, тыква мощная. Я сейчас свою принесу. У него... Тыкву свою принесу, реальная? В Москве весна. Ну как весна? Снег. В России же все по-другому. По-особенному. Сейчас еду к Сане домой. Олег туда еще приедет. У нас есть хорошая новость. 3 часа назад выложили трек Сани и Олега совместный. И он за 3 часа уже на 6-м месте в iTunes. Мне кажется, кайфово он зайдет. Он реально прикольный, мотивационный. А хотя... Сейчас. Ты должен запомнить, что они точат камни. Время заняться серфом, чтобы горела мечта в твоих глазах ненормальных. Прыгаем выше, тянись, мечта твоя. Под ногами вся жизнь, держись. Да, слушаю. Товарищ главнокомандующий. Так точно. Так точно. Есть. Разрешите выполнять. Служу Советскому Союзу. Мы едем в парк Патриот мстить женскому дивизиону, побеждать их в этот раз без шансов, просто никаких в этот раз поблажек, что вы девчонки и так далее, не будет. Когда вы посмотрите этот видос, знаете, у нас был настрой жесточайший, как будто терминатор, как будто нет, как будто группа терминаторов вернулась из будущего, чтобы разорвать просто слабеньких девчат. Понимаете, о чем я? Никаких шансов, девчонки. Никаких шансов. Come on. Hello, man! How are you? I'm fine. Блять! I'm fine, блять. Здорово, брат. Как ты? Да не мешаешь. Брат, привет! Салют! Ты готов? Да, конечно! Порвать женский дивизион! Всю ночь тренировался! Поехали уже! I don't love a thing, stay away from the bullshit. Eyes open wide, getting visuals from music. Steam resuscitated tongue, I'm slurring up some ancient puns. Burning vegetation,
братва! Готовы? Порвём их! Decided to take the pill, skip the water, got an H into O's. I burn it up like Bunsen, and then I needle neck it, yo. Hey, yo, fuck y'all, niggas! Мы снова на полосе препятствий, где топор проиграл унизительно девчонку. Красава. Спасибо за поддержку. Спасибо, что мы обосрались. Спасибо, что проиграл. Сейчас он возьмет реванш, и сейчас девчонки придут в таком наряде, от которого челюсти отвисали на примерке у меня, у Миши и у Славы. Да? Да. Починил челюсть? Ага. Хорошо. Короче, ждем Леру, как всегда. Наш принц... А, нет, вот уже бежит. Смотри, смотри, кто там бежит. Кто. Привет! Ого, привет, попсики, извините. Ничего страшного. Тебя я готов ждать на 5 минут дольше. Капец какой. Ну-ка, давай сразу покажем твой интеллектуальный уровень. Что ты читаешь? Начнем с этого. Да, давай. Минус размер. Это для тебя, Мираж. Так, малыша, следующее. Худеем интересно, я тебя понял. Ну, ладненько. Мы, короче, знаешь, куда едем? Ну, ты уже знаешь. Ну, я понимаю, но я не очень понимаю. Мы едем на экскурсию Муз-ТВ. А, я там была, мне кажется, один раз. А я не был, по-моему. Да, я не был, Мираж. Ну, прикольно. Сейчас посмотрим. Поехали? Да, ну скажи привет. А вы с нами? Друзья, хорошего вам дня. Хотя, наверное, ночи, потому что это выйдет ночью, да? Они сейчас с нами едут. А, вот так все, вот так. Ну, конечно. Онлайн. Да, онлайн. Тишина. Все, отойди, я туда буду кидать. Куда туда? Туда. Да туда кидай. Туда? Да, конечно. Вот сюда кину. Не, давай, подожди, давай по порядку. Ам. Да. Ты кинул гранату, ждешь выстрела и не пугаешься, знаешь, как настоящий Рэмбо. И потом подходишь, чувака через плечо кидаешь. А давайте сделаем еще кидочку. Таня, огурец дай! Ух, чай крепкий слишком. С чабрецом. Выходила на берег Катюша. Выходила берег круто. Смотрите, мне дали рацию. Связи. Чтобы вы могли слышать. На партизанке куда именно оборудование? Я могу что-то сказать сейчас, смотрите. Куда нажимать, блядь? Сейчас. Это Хач, есть кто на связи? Окей, будь на связи. А, я задубил, пойду в девчонок к общаду. Девочки, привет! Ждали, да? Смотрите, сейчас мы будем смотреть, как Никита попытается толкнуть вертолет. Легкий, да, и тяжелый. Супер тяжелый.
Да, и куда, и на какой-нибудь из этих аппаратов. Да, молодец, ты читаешь мои мысли. Я даже не представляю, как ты это делать собрался. Что там у тебя в голове происходит? Как ты настраиваешься? Я не знаю. Когда я окажусь в лямках. И назад дорога. Голова должна отключиться. Как они сейчас будут заходить? Слава сказал, там наряд такой, что можно прям... Сейчас. Я готов, если что. Я здесь. Я готов. Ребята, камеру включил. Можно заходить уже? Come on! Не то позвал. Ого! Туда вставай. Ни хрена себе. Пипец, огонь вообще. Будет супер. Ну это прям вот правильно дивизион. Вы бы пошли в армию, если вот такая бы армия была? А я бы там бы, знаешь, жил. Если бы такая армия была. Я бы работал у вас поваром. Няней. Просто кем хотите. Няшный прапор был бы такой. А вы поможете повернуться, показать? Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Мамочки. Шорты длинноваты. А давай спросим, вот достаточно короткие шорты или нет? Какой длинный шорт, не утверждаю. Ребят, нужно ваше профессиональное экспертное мнение. Ну, достаточно короткие шорты или не очень? Или можно покороче еще? Возможно, вот так. Так. А еще или, как? Вот так. Так. Ну и, наконец, вот так. Вот, а теперь повернись. Ну, пойдет. Нормально, спасибо, ты как? Караул. Скажи. Дорогая, окно закройте, простудитесь. Миш, ты посмотри, какие, ну, сзади длинные шорты, кстати. Ну, оцени. Какие длинные шорты, какие большие возможности. Пацаны и девчата, опять для вас ништяки и вкусности. В честь 7-го дня рождения AliExpress будет большая распродажа. AliExpress устраивает большой конкурс с призовым фондом 500 тысяч рублей. Конкурс уже стартовал 23-го и продлится до 31 марта. Будет много призов и повышенный кэшбэк. Кэшбэк будет 7%, скидки до 80%. Можно купить много крутых вещей по самым низким ценам, получить кэшбэк и выиграть крутой приз. Ссылка в описании, участвуйте, выигрывайте. Желаю удачи. Все для вас. Ну и для меня немножко. А? У меня есть одна чемодан. Но без этой, без активочки. Можно 27-й бригаду. У нас есть эти РГ, ну или как. Давай новый. Так, мне далеко отходить? Миш. Да не, это такая же, только Tag Innovation. Готовы? Работаем. Я серьезно вам говорю. Вот так. Три взрыва было, парни, три! Три взрыва! Ну что? Какое резюме? Собирайте стол, давайте. Ну что, резюме? Овощи сильнее человека. Двигай выше, тянись, мечта моя. Двигай выше, тянись, мечта. Двигай выше. Двигай. А, я? Да. Че, я поздравляю, 6-е место за 3 часа. Да, спасибо. Кто это?
Спой! Прыгай выше, тянись, мечта твоя. Да, это ты. Да, это он. Привет, я Олег, я директор твоей новой песни, брат. Красава. Красава, молодец. Поздравляю тебя, супер. Тебя тоже поздравляю. Шестое место за три часа. Короче, ребята, подождите. А давайте покажем Машу. Вот лицо я закрою, покажи. Но она лежит. Но ее ноги видны в отражении. Маш, привет. Маш, привет. А можно мы тебя покажем? Можно я тебя покажем? А можешь просто хотя бы быстренько объяснить, почему тебя показывать нельзя уже полгода? Саша! Не, ну ладно, ха. Не, ну ладно. Отвечай на вопрос, Маша, тебе же задают. Конечно, вот ладно, у моей просто есть муж и двое детей, но почему тебя нельзя показывать? Это правда. Ну что, все в детстве хотели быть похожими на Рэмбо? Я тоже. Да я не могу. Еще я могу вот так. Сейчас будет, у нас сейчас будет заезд. Заезд на квадроциклах. У нас будет небольшое соревнование. Ваша задача — пройти эту полосу препятствий максимально быстро, максимально эффективно. Вас ждет куча всяких различных неожиданностей. Вы к ним не готовы, но вы должны с ними справиться по-любому. Первая двойка, готовы? Садимся. Стойте, пирожки принес. С собой в дорогу. Возьмите пирожки. Спасибо, папа. Коряк. Пирожки. Yellow smoke bomb. Пожалуйста, пожалуйста, аккуратней. Я за вас не беспокоюсь, я за проект переживаю. Вы красота и мощь. Я вообще первый раз такое вижу, чтобы это все сочеталось. Просто unreal. Спасибо. Миш, спасибо тебе за это. А что за передача? 3, 2, 1. Поехали! Хорошо ездишь, что ли? Я? Да. Моя вторая фамилия, знаешь, какая? Квадроцикл. Загранпаспорт. Квадроцикл. Отправляем следующую группу. Да. Будут гаишники, всю игру на себя. Надеюсь, будет без приключений. Сними номера на всякий случай. Ну ничего, посмотри на его лицо. Красава, брат. Ну что, это сейчас историческая встреча с топором, с человеком, которого я никогда не видела, но только была наслышана о нем. Думал, отделался ты меня это. Привет, дорогой, со школьной скамьи не виделись. Наконец-то, как дела, как дети, как жена? Хорошо, все хорошо. Как бабуля. Hello. Артем меня зовут. Очень приятно. Артем. Лера. Очень приятно, но это не важно. Да? Да. То, что Лера, это не важно? Нет, то, что мы знакомились. Да, это Макс. Я не был ни разу на Муз-ТВ, честно. Что ты знаешь о Муз-ТВ? Я знаю, что Муз-ТВ — это мое детство. И это еще Игорь Крутой. Все. Мое детство — это Игорь Крутой? Да. На самом деле, у нас здесь не один канал. Да. У нас здесь сразу 3 телеканала, потому что мы работаем в одном большом холдинге. ЮТВ Медиа, он называется, это телеканал Ю, Муз-ТВ, музыкальный канал, и телеканал Дисней для самых маленьких. Итак, добро пожаловать на Муз-ТВ, это Муз-ТВ, ребята. Нифига. Это
этом Муз-ТВ. А насколько ты злой охранник? Давайте проверим. Да. Сейчас это. Походу рабочая. Вер, мне кажется, тебя можно было не брать. А Мираж, знаешь что, занимайся своим делом. Ой, Амиран, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Смотрите, что за прикол вообще? Это не прикол, на самом деле у нас в определенные и дни... Здесь, вот здесь. Я готов Кать. Работать без зарплаты здесь, если вот у вас все так. Объясни, что за прикол? Это не прикол. Это не прикол. У нас в определенные дни, для того, чтобы мы все сплотились, соединились все вместе. Вы мы, так тусите? Мы таким образом, да, тусим. А можно зайти туда? Да, 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 конечно, конечно. Товарищи бойцы, руководством Красной Армии была поставлена задача попасть в будущее. У нас портал тут есть, конечно. Ваша задача попасть в 2017 год и уничтожить... Сейчас, секунду. И уничтожить... Скажу. Ютубе. Да. Ваша задача обезвредить особо опасных людей. Топор. Чингачгук какой-то, не знаю. Очень опасен. Халк. Кличка Пельмень. Работает где-то в цирке, гири таскает. И главарь банды. Чах. Не знаю, короче, разберетесь, басурманин какой-то. Будьте аккуратны. Очень хитрый, изворотливый. Пользуется успехом у женщин. Будьте аккуратны. Разрешите выполнять? Разрешаю. Незамедлительно. Свободны. Стойте! Бритву мне привезите оттуда нормальную. Побриться не могу. С Богом. Итак, мы сейчас находимся в секторе воздушно-космических сил парка «Патриот». Здесь сейчас мы попробуем взлететь с коптера, показать, сколько всего здесь. Здесь вообще как будто Диснейленд военной техники Российской Федерации. Это наш Халк сейчас будет двигать все, что сможет сдвинуть отсюда. Ну ты попробуй много чего, да? Чего да, получится, да, сдвинет. Получится, я думаю. Вот, давай вот начнем с маленького. Да, да, давай начнем. Давай вот с этого. Да. 3, по-моему, тонны. Давай с него начнем. С него начнем. Никитос, а зачем тебе это все надо? Что именно? Вертолет с места сдвигать. Я хочу быть первопроходцем в своем деле и хочу доказать, что даже в юном возрасте можно делать то, что взрослые атлеты делают в конец своей карьеры. Привет, моя камера. Смотри, вот я тебя не трогаю, а ты меня снимаешь, ходишь. Как так получается? Иди сюда. Лети за мной. Туда чуть-чуть. Ко мне? Молодец. Спасибо, Паша. Молодец. Давайте, девчонки, поддержим нашего Никиту!
против военной техники Российской Федерации. Давай не против. Русский богатырь и военная техника Российской Федерации. Да, мы вместе. Вы вместе, да. Вы единое целое. Испытываем ее на прочность. Окей, погнали. Готовы все? Да! Никитос готов, брат? Да! Давай, брат! Вы... Стоп, тормози! Она сейчас улетит! Там рулит! Это очень легко, изи, брат, изи джамп! Смотри, легкий вариант, ты покорил с девчонкой вместе. Давай потяжелее что-то, посерьезнее. Это 8 тонн. Давай попробуем. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. А вы до скольки тусите? До утра? Я умею жонглировать, смотрите. А какие еще есть развлечения? Мы любим всякие разные челленджи проводить. Да. Амиран, давай-давай, за всех, за нас. Что делать-то? Мы раздаем вам вот эти вот конвертики. У нас сегодня лаймовая вечеринка. Это тебе, брат. Так, ну вот уже начали вот замены. А, ну вот. Тебе больше нравится. А да. Вы покажите, что ты поменял. Ничего не поменял, так и было. Вот, подожди, Амиран, это я вытащила, а у тебя что? Так, вот начинается. Ну вот сам вот менял и... Ну ладно. Ну ладно, ребят, у меня на самом деле самое хреновое. Но мы, короче, разберемся с этим позже. Давайте для начала... Что? Переодеться в плавательные шорты и станцевать бачату. Давай, на столе! Блин, подождите, мы же готовились, ребятки. Смотрите. Ну что, теперь Лера. Петь в крауке песни «Лайм и Лайквы». Да, конечно, по улице есть, Пикадилли, да? По улице Пикадилли! Вы реально хотите, чтобы я 10 лаймов в рот залил? Ну, ты можешь их съесть, например. Ну, давай, попробую. А если я начну, ну, собственно, здесь тоже исполнять, да? Я доем за тебя. Давай, брат. Какой ты молодой. Блядь, ты братан, не молод... хочешь 10 так лаймов съесть? Вот давай. Ну, каждый же должен свое, иначе я тогда тоже... Ладно, давай. Никуда не выкладывай, пожалуйста. Не выкладывай это никуда. Смотри, Гер. Вот смотри. Как ее зовут? Я еще не придумал. Ее зовут Бомбочка. О, давай, когда девчонки здесь будут, они же все в очках будут. Гранату в толпу девочек кину, они же визжать будут. Можно, да, прикольно. Неожиданно. Просто смотри, они могут взять эту гранату и в тебя кинуть. В карман вот так вот засунуть. И будет дневник хача тогда. Без хача. Дневник без хача. Я буду бежать быстрее всех тогда. Так. Машина, да? Тихо. Пацаны, у вас в серьезку не перейдет все, нет? Вот так. Да, что ты там, тебя? Как бы головы нет. А я без головы. Ты надо что-то делать. Мои друзья. Надо что-то делать, а то сейчас переубивают друг друга. Пойдемте снимать. А, давай, приедем точно. Приглашай нахрен. Знаешь, иди сюда. Сюда, типа. Сука, блядь. Ты кого тут обижал, блядь, ты? Сука, блядь, борьба, блядь. Ты, блядь, ты кого, сука? На. Иди извиняйся, блядь, перед топором, сука. Вы же знаете, видите, говорит, извиняйся, блядь. Говно вчерашнее, блядь, будет у меня тут.
говно, блядь. А что он сделал? Он? Да. На топора обзывался. Да? Ножичек говорил. Взрослый мужик, блядь, сука, 70-го года, а. Здрасте, здесь стойте. Это 5 Tomb Raider'ов сразу клонировано, да? Да. Девочки, привет. Привет. У нас сейчас перед нами стоит задача, чтобы топор вам отомстил, взял реванш. Вы будете бегать полосу препятствий по очереди. Сначала все девчонки пробегут, потом бежит Макс. В этот раз полоса препятствий немного усложненная. Вам холодно? Очень. Окей. Ладно, ну сейчас начнете бежать, не будет холодно. Я и с 41-го года пришел. Пойдемте, смотрите. Да, вырубите. Она ворует контент. Должно быть, да. Раз, два, три. Красавчик! Ты видишь, мне нормально голова не движется. Какие ощущения? Ты когда-нибудь ел лайма до этого? Вот нет, такого. В таком количестве нет. Так, вот, смотри, что ему надо сделать. Поменять имя во всех соцсетях на слово лайм. Пара-пара-па. Ну это ерунда. Ерунда во всех социальных сетях? Да, ты бы смог бы это сделать? Ну, сейчас ты должен это сделать, поэтому не переключай стрелки. Мы можем сделать следующим образом. Меня зовут Шалимов Артем. Да. То есть я сделаю первую S. Да. Потом А и лайм. Подпишу с нижним подчеркиванием. Получится С, А, лайм. Давай, показывай. Ну вот смотри, я считаю, что в ВК можно поменять таким образом. Где статус только? Ну статус АК, С, А, лайм. С, А, лайм, мне кажется, отлично. Давай. И Инстаграм. Ну Инстаграм ты вот нормально поменял. Да. Давайте, отныне 3 месяца С, А, лайм тебя зовут теперь. С, А, лайм? Я думаю, что да. Я тебе мало еще? Я и так сейчас просто жизнь под откос ты мне подставил. Надо сюда. Че? Надо потянуть во всё. Должен покориться. Должен. Обязан. Не, я бы на твоем месте 70 тонн бы попробовал. Серьезно говорю, я уверен, что ты потянешь. Давай сначала F потянем. Within the water. Никитос, готов? Мы все тебя поддерживаем, да, девчонки? Ты можешь, брат, давай! Ты пошел! Да. А там точно на нейтралке? Не дает. Видно, он бы нет, пошел. Он пошел, видно. Да. Колесо левое не дает, видишь? Ребят, иди, чтобы честно. Ребят, что за подставы, спущенные колеса? Но мы так не играем просто. Давайте играть по правилам. Он работает. Он стоял наверху. Он, да. Этот, он стоял. Так вот. Наверху это ручник, не, значит. Он внизу. Не, вот, смотри, вот так он стоит. Да. Вот так он, да, все, да, не стоит. Ребят, ну вы просто спущенные колеса спускаете и подставы специально делаете. Конечно. Да, чтобы мы не выиграли ни в чем. Но... Сука, клипка, дай свинья. Будет он, это устроил он это. Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. Надо все это съесть. Да. Все это быстро едите. Смотрите, стоит Никита, надо ударить по пузу. Тогда он отойдет.
Стойте! Остановите это безумие! Что вы делаете? Они же замерзли! Ужас! Хорошо, давай покусим. Давай, смотрите. Она дрожит. Смотрите. Послушайте, давайте так. Это и это кусаете, да. А вот это идите до конца. Да я не ем сосиски. А можно это закрыть? Я 4 года не ем. Погрейте. Все, хорошо, кусаете сосиску. Хорошо, все кусаете, хорошо? Просто покусаем. Да, хорошо. Прописала хорошо. Да, мне первая прописала хорошо. Я тоже хотел прописать. Ну что, обиделся что ли? Да все, я обиделся. А чего они сказали, что у нее КМС по боксу? Халку больно. Плачет сейчас сидит. Надо посчитать, девчонок, сколько. Да, давайте, сколько вас там? Блин, они все как муравьи залезают. Муравейник, муравейник, закрывайся, девочки. Раз, сколько вас там? Давайте так же сбоку кто-то. А пусть кто-то вот. Пусть она выйдет и сбоку так же встанет. Сбоку! Там еще. А, вот. Хорошо. Глуши движок! И на микрофон кусай. Оставь на нейтралке и заглуши. И заглуши, да. Умничка. Класс. Ты посчитал, сколько их там? Блин, фотки клевые, а? Наверное. А сколько давай вас посчитаем, там? Давай да. Посчитаем. А сколько вас там? Посчитайте на заднем сиденье, сколько девушек. Сколько нас, девчонки, сколько нас? На заднем сиденье сколько? Первый, второй, считайте. Нас семеро. Нет, сзади семеро. Сзади семеро. Сзади семеро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Девять, десять, одиннадцать. И двое в багажнике. Нет, какой одиннадцать? Тринадцать. Семеро сзади? Да, а шесть впереди. Какой стоит из них? И двое в багажнике. Пять плюс семь, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пипец. Смотри, у тебя сейчас ситуация не проще. У тебя гелик и 15 девчонок в гелике. Да. Девочки, готовы? Да. Громче, готовы? Да. Давай, Никита. Легко! Изи джамп! Да, да, да! Поехал! Красава! Давайте я тоже давай, встану давай, туда! Давай, давай, давай! Привет, малыши! Офигеть! Как он это делает? Расскажите мне! Все, тормози! Никита, брат! Они пока выразятся. Невесты! Марина, раз! Пошел! Опа!
till I earn more. Full house, we party, shake your ass. Full house, we party, till I earn more. Full house, we party, shake your ass. Full house, we party, 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 house, we party, house, house, shake your ass, shake your ass. Спасибо, брат. Круто. 1-1. Нам еще есть, в принципе, в чем соревноваться. Спасибо большое за участие. И самое главное, это один раз Дневникача и второй раз женский дивизион. Давай. 3-4. Дневникача и женский дивизион! Да! В жизни бывают волны. Ты должен запомнить, что они только камни. Время занято то, чтобы гореть. Окей, мы с тобой снова в забеге. Легкая обувь, кофта на смеке. Проверим, сколько вольт батарейки, сил в человеке. И мы можем летать, будучи ногами на земле. Новый этап открывает новый мир в тебе. Будь сам, даже когда эта боль невыносима. Не сдавайся ты, давай. Прыгаем выше тени. Есть мечта твоя. Под ногами вся жизнь. Держись, давай. Прыгаем выше тени. Девочки, еще один SLM челлендж, выходим. Смотрите, я что придумал. Выходите, выходите, стоп, стоп. Выходим, выходим. Выходим, выходим, выходим. Сейчас выстраиваемся все в ряд. Девочки, в ряд. Вот зачем мы думаем? Давайте и назад, к стенке. К стенке, вот. Вот, отлично. Макс, топор, ты где? 3-4. Мужчина всегда прав! Молодцы, они готовы, Миран, давай. Пожалуйста, чтоб длинный был, я с вами буду отдать. Девочки, у Барлёша принять! А у нас рук не хватает. Давай, давай. Раз. А ты танцуй. Два. Смотри, как она танцует. Четыре. Пять. Молодцы. Шесть. Семь. Вот, круто. Давай, сейчас потяжелее будет. Делайте.